Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Начинается лекция, очередная встреча нашего цикла, посвященного разным непонятным, любопытным, привлекающим внимание, вызывающим удивление местам из церковно-славянской псалтирии. Эту книгу каждый верующий хорошо знает, постоянно читает, в храме внимает этому чтению, но при всем при этом иногда эта книга оказывается довольно непонятный, содержащий в себе неочевидные, загадочные вещи. Сегодня поговорим о Псалме 59 и стихе 5, в котором есть одно очень интересное выражение. Итак, читаю по-славянски. «Показал еси людям твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления». Так вот, этому э, вину умиления Сегодня и посвятим наш разговор. Какое такое вино умиление тут имеется в виду и что имеет в виду автор, либо переводчик этого текста, об этом и сейчас поговорим. Итак, это был перевод псалма из стиха 5, псалма 59 на церковно-славянский язык, а сейчас почитаем другие переводы. Ну вот, например, например перевод РБО. Ты заставил нас хлебнуть горе. Вином иступления напоил свой народ. С этим с переводом, с этим смыслом согласен перевод Давида Есифона, это перевод, это перевод такой конфессиональный еврейский, где мы читаем следующее: Ты показал народу твоему жестокое, напоил нас вином ядовитым. Но вот, как понятно, из перевода РБО и перевода Давида Есифона. Эти переводы основаны на еврейском тексте, на тексте мусоретском. А смысл этого стиха довольно понятный. Бог нечто нехорошее делает со своим народом. Бог нечто жестокое да, или какое-то правосудное, справедливое нечто оказывает, осуществляет над народом Божьим Израиль. Бог показывает народу нечто жестокое. Да, вот. И, в принципе, началость этого стиха в переводе с руком в славянском совершенно соответствует этой идее. «Показал еси людям твоим жестокое». Однако окончание стиха пятого оно является каким-то необычным, потому что перевод РБО, перевод Давида Есифона однозначно показывают на то, что Бог заставляет испить, выпить. Бог как будто бы поит свой народ вином ядовитым, либо вином иступления. Вот. А впрочем, в переводе славянской появляется непонятное вино умиления. И вот об этой загадке, загадке перевода мы сейчас и поговорим. Итак, что тут имеется в виду в оригинальном еврейском тексте? Все довольно понятно. «Яйн тар Эла, это есть как раз вот то самое, то самое вино, вызывающее головокружение, шатание. То есть ты вот пьешь вино, от которого бывает не столько радость, облегчение, а какое-то какое веселье, но это такое дурное вино, от которого хмель, хмель тяжелый хмель такой горький хмель, который вызывает у тебя ощущение беспомощности, да или от, от которого тебе плохо, вот этот самый хмель, это самое вино, тут э, и имеется в виду Бог заставляет пить народ именно это вино, вино, которое имеет своим следствием не радость, а горе, отчаяние, одиночество, головокружение и шатание каждый человек, который имеет э, какое-то знакомство, имеет дело на более-менее регулярной основе с Писанием Ветхого или Нового Завета, знаком с образом этой метафоры – испить из кубка, испить из чаши, э, а понятно, что пили, как правило, вино из кубка и чаши, правда, разбавленное вином в довольно большой пропорции. Это все означало одну вещь – стать участником какой-то участи, какой-то судьбы, какую-то иметь не знаю, жизненную, не знаю, судьбу, будущность в своем существовании. И вот иногда этот образ имеет позитивное значение, да и спить чашу, это означает радость, и процветание, и безмятежие, и веселье, но часто и питье из чаш означает нечто обратное, это имеется в виду ровно то, что и в этом стихе – горе, отчаяние, одиночество, беспомощность и так далее. И вот для примера я вам сейчас прочитаю ряд стихов из Ветхого и Нового Завета, в которых э эти, этот образ он представлен более полно. Итак, Псалом 74, 74, стих 9. «Чаша в руке у Господа, и вино горькое в ней бурлит». Он нальет его всем нечестивцам земли. Они до самого дна выпьют чашу. Но вот Бог ровно то же самое обещает, что все нечестивцы, все грешники, они будут пить из Божьей чаши горькое вино. Вино горькой какой-то вот будущности. Пророк Иеремия, глава 25, стих 15. Так сказал мне Господь, Бог Израилев, возьми из моей руки эту чашу с вином ярости и напои им все народы, которым я тебя посылаю. Выпьют они, закачаются, обезумуют пред мечом, что я на них посылаю». То же самое, но уже получается, что объектом, которому послается эта чаша с горьким вином, вином дурмана, вином головокружения, шатания или, как написано здесь, ярости, оказываются иноземцы, языческие жестокие народы, порабощающие Израиль. Пророк Исаия, глава 51, стих 17. «Поднимись, поднимись, встань, о дочь Иерусалима, приняв из руки Господа чашу его гнева, выпила ты ее. До дна ты выпила эту чашу, чашу, после которой не устоять на ногах. Ну, смысл такой же, да, ты пьешь чашу, эта чаша имеет негативный эффект в твоей жизни, потому что ты нечестивец, народ наземец или Божий город, град Иерусалим, ты нечестив порочен, и поэтому вот этот подарок от Бога, чаша, полная вином, имеет в себе негативные последствия. Этот образ мигрирует, да, и мы знаем, перемещается в Новый Завет, и там имеет такое, понимаете, уже довольно активное развитие. Но вот, например, начнем с чего-то более привычного, да, что знакомо каждому из нас, о молитве Господней о чаше. Мы помним, что в Евсиманском саду Иисус Христос молится о том, чтобы, если можно, о Господь, пускай минет меня чаша сия. И вот именно тут и именно эта самая чаша и имеется в виду вот та та самая чаша из Псалма 59 74 25 51 за одним очень важным исключением дело в том что эта чаша чаша страдания одиночества беспомощности является э, тем что испытывает безгрешный праведный Бога человек за грехи окружающих людей, всего мира. Не за свои грехи, как в случае с нечестивцами, с иноземцами, с грешащим грешным Иерусалимом, но за грехи всех людей нашего мироздания. И вот в этом очень важное исключение есть в случае молитвы Господней о том, чтобы чаша Божья, чаша, вызывающая какое-то ощущение беспомощности миновало бы Христа. А вот менее известный и знакомый сюжет из книги Апокалипсис глава 18 стих 6. Итак, воздайте ей так, кому ей. Вавилонская блудница тут имеется в виду, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, в которой она приготовляла вам вино приготовьте ей вдвое. Вот. Значит, это самая вавилонская блудница, римское государство, римская власть, выступающая против Бога и божьих людей, власть, гонящая христиан, вот она вот готовит этим людям, этим божьим праведникам чашу, да, чашу испытание, чашу горести. Так вот, участь этой блудницы вавилонской, участь Вавилона такова, что она сама испьет и будет пить из этой же чаши вдвое большую порцию. Итак, с вином ядовитым, с вином иступления, все понятно. Это и есть известный библейский образ, присутствующий на страницах как Ветхого, так и Нового Завета. Возникает вопрос, откуда же взялось то самое вино умиления, которое мы встречаем в церковно-славянском тексте. Ведь проблемы, дорогие друзья, есть, потому что вино иступления, вино яда, вино ярости и вино умиления в русском современном каком-то вот языке – это нечто противоположное. И поэтому нам нужно понять, откуда эта противоположность появилась и как нам по отношению к ней себя относить. Начинаем с, как всегда, с перевода. Да, все какие-то развития, темы, метафоры, какие-то непонимания, интерпретации возникают, как правило, именно в этой смычке, когда один текст, текст еврейский, при переводе, при участии переводчиков превращается в какое-то свое инобытие, бытие, нечто другое. Возникает перевод, и, конечно же, имеется в виду сейчас перевод Библии еврейской на греческий язык под названием перевод семидесяти, или по-научному септуагинта. Так вот, в этом стихе появляется слово катанюксеос, катанюксеос, который тоже имеет сходный Смысл значение вино оказывается вином оцепления, остолбенения, помрачения, удрученности или каких-то каких вот видений, что ли, видений, да, и вот с этого уже катанюксос возникает перевод на славянский текст, перевод вот как мы сегодня читаем "вино умиление", "вино умиление". Тут надо сказать, что некоторые слова меняют в, в ходе развития языка свое значение, бывает довольно серьезно. И как и, и в этом случае мы имеем дело именно с этой переменой. Что имеется в виду? Слово "умиление", когда возникает перевод по Салтيري на славянский язык, имеет немножко другое значение. Какое значение? Умиленный или умиленный означает скорбящий, смиренный. Ну вот, дорогие друзья, сюжет с чашей ярости, чашей гнева, чашей шатания и окружения кажется ясен. Откуда же взялось то самое вино умиления, которое мы читаем в церковно-славянском языке? Как всегда, такие изменения смысла возникают из-за перевода. А тут мы имеем дело аж с двумя разными переводами, в которых такая миграция смысла все более и более делается очевидной и заметной. Итак, перевод первый, перевод на крический язык, перевод 70, там используется слово катанюксеус которое слово это имеет значение следующее – оцепенение, ослабенение, помрачение сознания, удрученность. Да, тоже похоже да, на, вот, на то самое вино иступление которое, имеется, которое встречается в еврейском тексте. А вот перевод на славянский язык, именно тут появляется то самое умиление, которое в наше время означает перевод ну, описание слова это в словаре Ожегова нечто нежное, приятное, трогательное. Но во времена переводчиков такого значения у него не было. А значение слова «умиление» в 9, 10, 8 веках христианской эры было такое нечто связанное со смирением и сожалением. И поэтому умиленный или умиленный означало скорбящий и смиренный. Поэтому а слово вино умиление понимать в привычном нам смысле, как вино, приводящее к нежным, приятным чувствам, возбуждающее трогательное чувство в нашем сердце, Понимать так Его не следует, а правильное значение таково. Бог э, заставляет пить человека грешащего вино, которое вызывает у него скорбь, смирение, сожаление и раскаяние в своих грехах. Дорогие братья и сестры, с вином умиления разобрались. Нашим помощником в начинании был портал dzg.ru. Всего хорошего, спасибо за внимание, не болейте.